Софья Прусакова, выпускница Академии 2012 года, разработала и реализовала социокультурный проект в области прикладной информатики. Игра «Культурное наследие Екатеринбурга» — это веб-приложение, разработанное для размещения на сайте акции «Ночь музеев». Основными задачами реализованного проекта стало сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия города, формирование его положительного имиджа в регионе, стране и за рубежом, развитие системы востребованных событийных мероприятий в сфере культуры и искусства. Игра включила набор заданий по тематике «История и культура Екатеринбурга», в том числе по архитектуре, скульптуре, литературе, географии и истории. Задания представлены в виде традиционных тестов на знание города. Важно, что в игре предусмотрена возможность посмотреть и справочную информацию. Игра получила множество положительных отзывов. За первые 3 дня со дня публикации в игру зашло более 2500 человек, из которых 300 оставили свои данные для получения пригласительных на Ночь музеев.